Люди в камуфляже с цветами и венками. В Дергачах на центральной аллее парка появился новый монумент. Сегодня здесь вспоминают воевавших в Афганистане и Чечне. Мы открываем памятник ребятам, погибшим в локальных войнах. Героям память вечная, их подвигу поклон наш низкий. Это память, первое. Второе, и я считаю, самое основное, это повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, потому что молодежь – это наше будущее. Чтобы они знали, что происходило на локальных войнах. Среди тех, кто сегодня открывает монументы, люди, прошедшие локальные войны. Именно им и принадлежит инициатива создания памятника. У Дергачевского отделения боевого братства сегодня двойной праздник. Его членам вручили награды и именное знамя. Мы проводим патриотическую работу в школах. У нас есть специальный класс боевого братства, там есть муляжи. Было это оборудование. Все очень с любопытством, молодежь приходит, смотрит, обращается. Пока монумент имеет незаконченный вид, уже весной здесь появится и боевая машина. Горожане смогут не только почтить память погибших, но и увидеть, на какой технике они воевали. Павел Фитилев, Дмитрий Казарин, Новости Телеобъектив.